посидели, он ушел с одной, ну, остались с ней. Вот мы так с ним познакомились с ней. Вот это в войне, в 43-м году, между прочим, до моего председательства, понимаете. Ну, остались, говорят, так просидели мы часов, наверное, до двух ночи вместе. Ну, тут у нас выяснились взаимные отношения, понимаете. И начали тут встречаться каждый день. И она просто полюбила меня, и я ей понравился. То, знаете, просто по взаимности, понимаете, вот в чем дело. Она тебе сказала, что ли? Нет, ну, зачем это? Больно рано сказать, что это больно рано сказал. Я в первый день всего полюбила, что это не бывает никогда. Впоследствии я все объяснил мне. Коля, люблю тебя и что-то.